Время открытий в Новосибирске 16 и 17 июня в Театре «Глобус» горожане смогут обратиться к разным органам чувств. Необычную выставку представляет онлайн-ретейлер «Самокат». 5 зон, посвященных осязанию, зрению, обонянию, слуху и вкусу, позволят по-новому взглянуть на привычные вещи. Гостей выставки будет сопровождать аудиогид, который поможет сконцентрироваться на чувствах, иначе ощутить текстуру привычных материалов, увидеть игру света и тени, вдохнуть ароматы знаменитых картин и многое другое. Среди инсталляций можно будет найти приятные сюрпризы от онлайн-ретейлера, а в завершении экспозиции посетителям предложат попробовать необычные продукты собственной торговой марки «Самоката». Кроме того, в специальном пространстве можно посетить мастер-классы и выразить себя через творчество. Гости смогут бесплатно создать брелок из полимерной глины или связать крючком эко-сумку. Вход на выставку свободный. Экспозиция будет открыта 2 дня, в пятницу и субботу с 10 до 20 часов.